Ленинский городской округ подключился к дискуссии о совершенствовании законодательства в сфере социально ориентированных некоммерческих организаций по инициативе партии «Единая Россия». В нашу команду вошли некоммерческие организации всех направлений. Это и бизнес, это дошкольные образовательные частные организации, организации здравоохранения. Это некоммерческие организации, которые занимаются поддержкой инвалидов, многодетных семей. Это некоммерческие организации, которые занимаются реабилитацией, организации, которые занимаются творческим развитием детства на территории Ленинского городского округа. Члены местного политсовета «Единой России» Татьяна Квасникова и Анна Державина с представителями Совета сторонников провели заседание дискуссионного клуба «Совершенствование законодательства в сфере социально ориентированных некоммерческих организаций» в целях улучшения инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Я думаю, что предложений мы подготовим немало, потому что тем волнующих нас всех вместе достаточно. Поэтому сейчас мы уходим на разработку этих предложений, и в районе 20 августа они будут у нас сформированы как пакет документов. На территории муниципалитета активную работу в данном направлении ведет отделение торгово-промышленной палаты. Они помогают сформировать пакет документов и создать свою социально ориентированную организацию для оказания общественно полезных услуг. Татьяна Кривонос – индивидуальный предприниматель. У нее два частных дошкольных учреждения. Два года назад она обратилась в торгово-промышленную палату с идеей создания сообщества, где могли бы объединиться предприниматели, занимающиеся платными детскими садами. Меня с данным вопросом поддержали. Мы создали комитет по поддержке и развитию частных детских учреждений. И вот в течение 2 лет мы работали. В этом году нас поддержала областная палата, и нас включили в областной комитет по развитию социального предпринимательства. Мы проводим тренинги, семинары, собираемся и решаем насущные вопросы. То есть те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, мы их стараемся решать. Среди нас некоммерческих организаций не очень много, но мы стараемся это направление развивать. Напомним, что до 20 августа в Ленинском отделении партии «Единая Россия» будет формироваться реестр предложений от муниципалитета. Позже состоится второе заседание дискуссионного клуба для рассмотрения и утверждения пакета предложений. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ».